Всем привет! Вот нашли великолучский квас. Вот великий клуб, вот он там продают. Мы пробовали сочинский, минерально-водский. Очень, очень разные пробовали уличные квасы. Сейчас попробуем этот сочинский. Вот его. Ой, великолучский, вот его купили, сейчас пробуем. Холодный сразу. Вот он квас. Мы его уже отпили. Но по запаху пахнет пивасом. Ну, квасом. Давайте попробуем. Ну, в меру газированный. Немножко кислый, но не такой сладкий. Холодненький, вот похож на покупной. Ну, не скажу, что я от него в полном восторге. Ну, похож вот на магазинный. Очень сильно. Отрыжка слабая. Прямо такой отрыги сильной нету. Вот так вот. Ну, попалом бы такой середнячок, семерочка. Ну, не идеал, но пить можно. В общем, короче, рекомендую. Спасибо за просмотр. Пока-пока.